Всем привет! Открытие сезона 2022 года продолжается. Второй выход в этом году. И как вы думаете, где мы? В лесу? В белых перчатках. Сразу попрошу, дорогие друзья, поддержите наш канал на других платформах, на Дзене, на Рутубе, ВКонтакте. Все ссылки в описании. В Телеграме. А, в Телеграме, кстати говоря, да, тоже нужно охватывать. Ну, короче, больше охватывать медиапространство. Так, что у нас сегодня за план? Мы находимся в ельнике. И через этот ельник, опять, кстати говоря, в Подмосковье, через этот ельник шла довольно-таки такая неплохая дорога на одно крупное село. Вот мы ее сейчас и будем искать. Места для нас новые, неизведанные. Куча пластика валяется, больших 5-литровых бутылок. Видимо, кто-то пытался собирать здесь березовый сок, потому что береза стоит, их здесь немного, но пластика очень много. А убрать за собой забыли. Ну, а зачем? Прям куча, вон там штук 10, наверное, валяется. Ну ладно. Вот. Короче, сейчас переходим овражек, вот этот вот, этот пенечек, овраг, и будем смотреть там дальше. Дальше что? Сегодня мы вам снимем, но это выйдет в следующем ролике. Очень интересный миф про ярославский герб. То есть про медведя с секирой. Но это будет отдельным роликом. Так что смотрите каналы и айда в лес. Короче говоря, рассказываю. Были там вот в том ельнике сейчас. Дорога нам вот туда идти. Вот это овраг. И, соответственно, здесь мы перебраться не смогли. Перебрались только тут, вот здесь вот. Ручьи, сейчас покажу, обалденные. Вот везде такие вещи, то есть нам сейчас придется здесь попрыгушки тра-та-та делать везде. Не, здорово, конечно. Сейчас сниму, подсниму точнее. Как я и говорил, кругом ручьи, нашли какой-то современный накат сейчас его прозванием, но он вроде бы не совпадает с тем, чем нам нужно. Дальше туда пойдем, вон крупное какое-то дерево. Места-то новые, мы же здесь ничего не знаем. Вот. Но удовольствие прям в лес выбраться прям получаем огромное. Квадроциклисты где-то носятся, гудят. Вот, а мы двигаемся в сторону вон того дерева. Так, шли-шли по накату и встретили вот такую интересную дубраву. А это дубрава. Нет, здесь березы. Ну, нет, ну я имею в виду здесь дубы и березы. Да, дубов много, и видите, они под спил пошли. Очень такое облагороженное место. Видите, прям как поспильно. Везде-везде. Ну, там сейчас нашел место, где бухали советские товарищи, куча пробок. А у Любки первая находка сегодняшняя. Находок много не будет, сразу говорю, это просто для души и все. Короче, находка прикольная. Пуговица, гирька. Трехлучевая. Целенькая. Старая вещь, кто не знает, пуговицы такие были. До 17 века они еще, в 17 веке. Ну, они в 17 были, в начале 18 даже еще, наверное, у крестьян встречались. Но эта вещь стоит, ну, как бы старая достаточно. Вон, сухой, кабанами все перекопано. Ну, правильно, дубрава же. Ой, ребят, как хорошо-то, а. Прям это вам не поле. Начало сезона лесного копа 2022 года.
Ну, вряд ли тут вторая гирька так не бывает. Это только если крестьянин здесь тужурку свою потерял или кто-нибудь тут. Крестьян. Да. Изучаем местность. Гуляйте с нами. Жалко, нельзя воздух вам передать. Все-таки это не город, это хорошо. Продолжаем ходить здесь же. Вот и роща так называемая. Следующая находка. Глубоко достаточно была, сейчас покажу. Пуговица-орлянка сломанная. Не очень хорошо сохранилась, но как факт она есть. Видите? Подождите, как его? Фигово видно. Вот. Низ был металлический, а верх медь. Поэтому она звенела сначала цветным, потом, когда я ее подкопнул, она уже звенела черным, когда перевернулась. Вот. Ну, значит, и в те времена люди здесь ходили. Да я, в общем-то, в этом и не сомневаюсь, что здесь они ходили, что-то делали. Все-таки недалеко от Москвы. Население деревень много. Ищем дальше здесь. Пока далеко никуда не уйдешь. Хотя уже отошли, наверное, километрик от машины-то. Нормуль вообще. Так, короче говоря, первая монета, которую я сломал. Ну, она сейчас тут же ее сломала, не успел я снять. Ну, это совет поздний какой-то. Да, и он прямо вот сломался в руках. Одна монета была, теперь две. Это поздняя какая-то копейка там. После 69-го года. После 61-го. Ну, после 61-го. А, 61-го, да. Уже отвык от всего этого. Теперь у меня две по полкопейки. Продолжаем изучать в ту сторону. Вот, друзья, подошли, мы нечаянно вернулись обратно, шли. Вот этот накат, по которому мы сюда заходили. Решили краем него пройти, опять уйти в эту рощу. А тут с краю вот. Я вам сегодня уже объяснял, что это такое. Еще одна пуговица гейка. Такие. Уже хуже сохранившиеся. Грунт здесь, конечно, трешак. Если здесь как монеты попало. Глина вообще такая жесткая. Ямы закапывайте. Сами ноги потом ломать будете в них. Это и так уж. Да тут и двухногие, и четырехногие, и четырехлапые, и крылы, и прочие. А, сегодня в 12 часов дня, мы же поехали, дождь моросил, я же забыл рассказать. Обещали, что он закончится. Обещали, да, что он закончится. И вот он и закончился. Начался снег. Как всегда, прикол. Вот, снег прям сыпет мокрый. Ну и ладно. Поняли мы, почему здесь столько пней. Сейчас фотку вставлю. Вот так вот в 2021 году была уборка неликвидной древесины. Вот они все здесь разобрали. Дальше нашли еще один накат, там идет. От того ответвляется. Там бурелом. А вот эта вот горка, ну вот она такая, возвышенность даже по картам, ну ее видно. Вот она вся аккуратненькая и чистенькая. У меня еще одна гиречка. Что-то сегодня день пуговиц. Только уже со сломанным петелькой. Сейчас сходим на ту сторону этого холма. Ну, то есть мы его сейчас всего, весь этот холм попробуем проверить тогда. Здесь ходить удобно. Аккуратно, нет бурелома. Ну, и что-то попадается. Короче, спустился я сейчас туда чуть-чуть с холма. Очень сыро, сигналов нет. Один сигнал был здоровый, кованый гвоздь. Вот. Как я и говорил изначально, находок здесь много не будет. Это все разведки. Какую-то пряжку. Ну, походу это пряжка конская. Ой, какая она вся заросшая. Ну она заросшая, да. Ну да. Похоже на то. Ладно, мы ее оставим догнивать на пеньках. Ой. Да, привыкать-то нужно в этом сезоне, потому что опять вот 3 часа походили, все, вставать начинаешь. А надо расхаживаться понемножечку. Интересная находка. Прям на кости. Прям на кости, да. Сейчас поближе покажу.
окольцованный. Один, что там? 11-61-9. 2017 год. Россия. Ну, что обязательно съели? Что просто погибла, умерла. Умерла и съели. Ну. Кто же бросает дичь-то? Вот, у нас пока отдых. Итак, друзья, как я сегодня и сказал, сегодня, видимо, день пуговиц. У Любы следующая находка, еще одна орляночка. Но это вот как раз сейчас приближу. Тоже неплохой с экрана, я нифига не вижу этот экран. Тоже без ушка, но видите, у меня нашел, я вам показывал, там с железным основанием было. А здесь она вот такая, как бы, полая. Ну да. Ну, замечательная находочка. Ну, короче, день пугает сегодня. Сейчас вот здесь еще полазим по травке, посмотрим, что здесь может быть. Топи там много. Да, топи сейчас везде много. Ну вот и все, друзья. Нагулялись мы. Где-то 4 часа с половиной бродим. Холодно еще все равно. Да даже не холод сейчас как бы пробирает, а сырость. Достаточно. Вроде бы сначала нормально, а потом уже прям изнутри. Вот. Сегодня день пуговиц. Ну, раскладывать я не буду, раскладывать там нечего. 3 гирьки, 2 орлянки. Да, по-моему, и все. А, и копейка сломанная. Зато открыли сезон леса. На этом откланиваюсь. Спасибо, что с нами ходили. В этом сезоне продолжим много чего интересного для вас снимать. А так, всем здоровья и пока!